Сегодня Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Установлен в память о жертвах Хиросимской трагедии 1945 года, когда американские войска сбросили на город атомную бомбу «Малыш». Количество погибших непосредственно от взрыва превысило 70 тысяч человек. По истечении 5 лет, с учетом умерших от рака и от других воздействий взрыва, их стало около 200 тысяч. Вечный символ Хиросимы – бумажные журавлики, изготовить которые так и не успела маленькая девочка, умирающая от лучевой болезни. Кстати, мало кто знает, но стихотворение про журавлей дагестанский поэт Расул Гамзатов посвятил памяти жертв Хиросимы, побывав в начале 60-х годов Японии. Затем стихотворение в переводе поэта Наума Гребнева переложил на музыку Ян Френкель. Неизбывную тоску, глубокое уважение к памяти павших, безграничную благодарность живых за отвоеванную свободу – все это вложил в песню ее первый исполнитель Марк Бернес. Сегодня под песню «Журавли» вспоминают всех, кто погиб во Второй мировой войне в России или в Германии, Австрии, Франции, Японии.